Друзья, я рад приветствовать вас. Меня зовут Станислав Крючков. Это канал Ходорковский Лайв. Программа «Вдох-выдох». Присоединяйтесь, оставляйте свои комментарии. Непременно подписывайтесь на наш канал. Сегодня наш гость – поэт Игорь Губерман. Игорь Миронович, здравствуйте. Здрасте, батенька, здрасте. Знаете, вот когда задаешь такой предельно общий вопрос, что вы об этом, обо всем думаете? Да, иногда думаю, да, о чем об этом? А сейчас, мне кажется, все понятно. Что вы об этом, обо всем думаете? Я думаю, что это кошмар. Пахан гуляет по буфету, как говорят мои друзья-уголовники. Вот. Но я надеюсь, что ему не очень долго еще достанется гулять. Ну что поделать? Вы знаете, у меня есть такой стишок был, вернее. Вся история нам говорит, что Господь неустанно творит. Каждый век появляется гнида неизвестного ранее вида. Вот что я об этом думаю. А пока в Подмосковье, близ храма вооруженных сил, начали возведение триумфальной арки. То есть, строго говоря, они планами-то в светлом будущем своем. Как вы думаете, удастся им туда попасть? В светлое будущее нет, конечно. Будет, конечно, полный кошмар после примирения. Но примирение будет очень нескоро, понимаете? На мой взгляд, конечно. И вы смотрите, вы, батенька, выбрали неудачного собеседника. Я ничего не понимаю в экономике, политике, в военном деле. Даже в жизни мало понимаю. Поэтому я ничего прогнозировать не могу, но у меня ощущение, что это все будет очень долго. А потом Путин отпразднует победу. А в каком смысле отпразднует победу? А в том смысле, что все закончится только в этом. А Украина оттеснит россиян к границе, границу не перейдет. Так мне кажется, на мой взгляд. Понимаете, мне очень трудно судить. Я тихий израильский обыватель. Без гуманитарного образования, в отличие от вас, поэтому я очень осторожен в своих прогнозах. Но думаю, что оттеснят границы россиян, после чего наступит какое-то перемирие, на котором так настаивают разные макроны. Путин доложит, что все планы выполнены, что все замечательно, и будет праздновать победу. А украинцы начнут строить свою страну, вернее, восстанавливать. Это если говорить о будущем, и мы к нему в том или ином виде, без прогнозов, но в таких допущениях, наверное, вернемся. Что касается прошлого, вы допускали зимой, что Путин перейдет эту черту для себя? Ну вот так вот в страшном... Бог с вами, Бог с вами. Я его держал за средненормального человека, невысокого интеллектуального уровня. Но что будет вот такой бандитизм, такой кошмар? Нет. Хотя, вы знаете... Мог бы догадаться, в 2014 году, когда Крым так бандитски захватили, мог бы уже догадаться, не догадался. Вы же в Харькове родились, вчера город снова обстреливали и до Киева долетало. Как вы это эмоционально воспринимаете, как человек, рожденный в Украине? Ну, в Украине, в Харькове я жил всего 8 дней. Меня мама туда возила, чтобы я там родился, и мне сделали обрезание. Очевидно, чтобы папа не волновался. Папа был советский инженер и был достаточно пуглив. А потом я уехал, но, в общем, все это я воспринимаю чудовищно. Вы знаете, я книгачей заядлый, я читатель гораздо больше, чем писатель. Ну вот... 3 месяца уже, нет, 4. Я почти ничего не читаю. Я только сижу около компьютера и ловлю новости. Действия нынешнего украинского руководства. Путин говорит, что это действия неонацистской группировки. Путинская пропаганда, она фактически перевернула все с ног на голову. И Зеленский у них лидер неонацистской шайки. Вот вы, когда слышите эти слова, у вас какое чувство вскипает? Может быть, запускается мощный аналитический процесс? Чувство у меня уже не вскипает. Я просто смеюсь, потому что какие там... Ну, есть националисты, в каждой стране есть националисты. В России их дикое количество. Кстати, после войны они поднимут голову очень сильно, когда все это закончится. Во мне ничего не вскипает, во мне ровное
Ну, в общем, плохо мне, когда я все это читаю и ничего не могу с собой поделать. Вы упомянули про Макрона, его компромиссную такую позицию, кажется компромиссная. У Штатов и Европы, видимо, вот эти линии поведения, линии действия в противодействии Путину не вполне совпадают. Одна из них никаких компромиссов, а другая надо вести переговоры. Вы как думаете, что действеннее вот в практическом плане, не в плане там риторики, не в плане разговоров и эмоций, а исходя из того, что в первом случае, да, на кону тысячи человеческих жертв, а во втором, ну, прогиб перед Путиным, перед тем человеком, о котором мы с вами упомянули. Вы знаете, вы задаете такие умные вопросы, что я теряюсь и как бы должен подумать. Но я человек легкомысленный, я буду отвечать сразу. Вы знаете, какая штука? А люди Запада в широком смысле, они прикидывают прибыль-убыль. А прикидывать надо жизнь или смерть, потому что эта скотина, он не остановится. И это надо понимать. Вот в 1938 году вот так Гитлеру сдали Чехословакию. Всякие Макроны того времени думали, что они этим самым умиротворят, так сказать, Гитлера и все прочее. Что было дальше, всем известно. Поэтому, кроме всего прочего, еще во все это вмешивается. Это необходимо сказать, это как бы знают все. И я очень рад, что я тоже это понимаю. Сотни политических деятелей на Западе, сотни, подкуплены, потому что денег на это не жалели, какие дикие миллиарды уходили на эти всяческие подкупы в разнообразном виде. И сегодня, я думаю, огромное количество из них боится, что есть компромат у Путина на них. Отсюда их вот такие вот промежуточные суждения. На самом деле невозможен компромисс сейчас, ну вот абсолютно невозможен, на мой взгляд, хотя я понимаю, что это смерти тысяч людей. В этом смысле, как гражданин Израиля, как человек, живущий в Иерусалиме долгие годы, как вы оцениваете, я не знаю, сведущий вы, не сведущий ли в текущей внутриизраильской политике, ну, такую довольно компромиссную, я бы даже сказал, отстраненную позицию Тель-Авива и Иерусалима от происходящего? Они не высказываются жестко, они молчат по большому счету? Вы знаете, я вам уже говорил, что я в политике абсолютно не разбираюсь. Ни в политике, ни в какой, никаких стран. И уж тем более в политике нашего правительства, которое каждые несколько лет разваливается, и мы снова идем на выборы. Уже даже там шутка появилась, вот, что израильтяне – это люди, которые очень любят выборы. Поэтому молчат и не телятся. Во-первых, потому что боятся Путина. Все его боятся. А наш Израиль, вот понимаете, мы ведь в каком окружении? Вот вы знаете, в каком мы окружении. Безумной сворой мы имеем дело жестокого и очень подлого врага. И поэтому там отдавать какое-то оружие, правда, они не могут как бы... наши руководители. А в общем, я за их политику не отвечаю, а то, что они молчат, это страх перед Путиным, конечно. А у вас остается российский паспорт, извините, я не... Бог с вами, ну бог с вами, что же вы меня оскорбляете, нахер он мне нужен. Сейчас две позиции относительно россиян есть. Ну, с одной стороны, обе крайние. Жертвы режима Путина, вот весь 140-миллионный народ, да, а с другой стороны, есть прямые жертвы в Украине, и говорить о жертвах среди россиян как-то вот не приходится, да, потому что экономика, политика, все то, что вы говорите, выносим за скобки. А с другой стороны, россияне – соучастники режима. Вот если соотнести на чаше весов эти две точки зрения, соучастники Путина, жертвы режима, на ваш взгляд, чего в этом больше? Потому что, ну вот как со знатоком душ, прошу, как знатока душ прошу вас ответить. Вот как вы это видите? Я ничего не знаток. Вот я все время, вы задаете очень мудренные вопросы. Понимаете, те, которые соучастники Путина, они тоже жертвы. Они трясутся от страха. Помните, как на Совете Безопасности он хотел связать всех круговой порукой. Они все должны были выйти и что-нибудь сказать.
Мне это очень живо напомнило тюрьму. Знаете, в тюрьме, если кого-нибудь бьют, то такая круговая порука обязательно. Каждый, кто живет в этой камере, должен подойти и хотя бы пнуть его ногой. Вот точно так же было на совбезе. Кроме одного, вот я уже не помню его фамилии, который хотел возразить, но обосрался. А так все были связаны этой порукой. Кто они? Они тоже жертвы, они боятся, тут ничего не поделаешь. Ну так мы дойдем до того, что сам Путин жертва собственного психического устройства, собственного мировоззрения, нет? Вы знаете, кроме того, что он жертва своего психического устройства, безусловно, он еще и жертва своих приближенных, потому что его ведь уговаривали, что все будет мгновенно и усыпано цветами дорога танков. Так что в каком-то смысле его тоже обманули. И очень люблю быть адвокатом дьявола, он не знал, во что он ввязывается. А сейчас я вам хочу сказать чуточку в стороне от этого вопроса, вашего вопроса. Вы знаете, ведь российская армия сейчас в Украине, она жутко напоминает старый замечательный анекдот об Илье Муромце. Позвольте, я вам его расскажу. С удовольствием. Илья Муромец, он доехал до перекрестка дорог, а там стоит огромный камень, и написано на нем: налево поедешь, пиздюль получишь, прямо поедешь, пиздюль получишь, направо поедешь, пиздюль получишь. Он останавливается и думает, куда же мне ехать? И вдруг откуда-то голос: думай быстрее, а то прямо здесь получишь. Вот в такой ситуации, которую Путин совершенно не ожидал, оказалась сегодня российская армия. Поэтому я в победе украинцев, я совершенно не сомневаюсь. Только я сразу же хочу сказать, что я огорчен, очень обижен, удручен, я уже не знаю какого слова, людьми вот Запада, которые прикидывают прибыль и убыль, а не жизнь и смерть, и не поставляют Украине достаточное количество оружия. Игорь Миронович, а можно я к Украине еще вернемся? Про россиян что-то продолжу. Вот артисты, да, творческая так называемая интеллигенция. Хорошо тут на литературном фронте более или менее высказались все, но тем не менее весьма молчаливо все это воспринято. Счет тех, кто выступил против, он в масштабах страны небольшой. У вас есть объяснение, как так вот понимать, что там кто, Михалков, ладно с ним, Миронов, Башмет, Гергиев, Машков, они геройские эти звания принимают, взрослые люди. Почему они, вот они-то, в чем их соучастие изначальное, в чем их страх? Ну чего они теряли, кроме любви публики? Они очень много теряют. Вы знаете, я не говоря конкретно про сегодняшних, вот которые суки, которые так поступают, еще от недоумки в значительной степени, но я вам вот приведу пример. Вы знаете, где-то в 60-е годы или уже в начале 70-х у Шаламова вышел сборник «Колымские рассказы» где-то на Западе. И Шаламов, чистейший человек, отважнейший человек, столько лет проживший в чудовищных условиях, выживший, потому что полагал, что должен обо всем этом написать. И он написал, не за него написали, он сам написал письмо, что, мол, это уже тема лагерная в России кончилась, и нечего меня печатать и так далее. Почему? Честнейший был, повторяю, человек. А у него в это время в издательстве «Советский писатель», по-моему, готовился сборник стихов. И ему, старику, он хороший был поэт, не очень крупный, но хороший, он обожал этот сборник и мечтал, чтобы он вышел. Вот он и сдался. Значит, так же сдаются люди театральные, кто-то еще, у кого-то гастроли, что-то еще. Это либо недоумки, либо подкупленные. Поскольку вот надо жить и ставить спектакли и все прочее. Я их даже не осуждаю, я так, знаете, горестно ухмыляюсь. А в этом смысле, вот вы же постоянно что-то пишете, да? Не знаю, насколько активно сейчас, но тем не менее, очередной иерусалимский дневник должен выйти в свет. И выйти в свет, насколько я понимаю, в Москве по осени, я слышал в одном из интервью последних ваших. У вас не возникает вот какой-то
такой моральный, не моральной дилеммы даже, а внутреннего такого дрожания, что ли, а нужно ли сейчас? Где ваша основная аудитория? Она же, наверное, в России, в Украине, в русскоязычных странах. Вы знаете, Господь Бог поступил со мной, с Диной Рубиной, очень хорошо. Кроме того, что Он подсказал нам уехать, я очень счастлив, что уехал, Он еще, видя, что мы ничего другого не можем делать, я очень плохой инженер, ехали мы совершенно с пустыми упованиями, Он послал вслед за нами тысячи, сотни тысяч даже, пожалуй, читателей наших. И это большое вот счастье. Поэтому у меня основная аудитория теперь во всем мире. Я и в Австралии два раза выступал, и во многих странах я ездил. Так что дело не в аудитории. И во-вторых, понимаете, я, издавая сборник «Путинской России», я совершенно не вступаю ни в какой контакт с этой пакостной властью. Стихи есть стихи, проза есть проза, они издаются. Я не вижу в этом такой же пакости, как признание Башмета в том, что он любит Путина. По-человечески какие-то разочарования за 4 месяца такие глобальные случились, потому что в смысле, что вот сейчас многие с друзьями перестают общаться, потому что кто-то принял, кто-то там в глухую несознанку ушел, кто-то промолчал, а кто-то шашку наголо оголил и вперед, вперед, вперед мочить. Вы знаете, у меня друзья, по счастью, все совершенно замечательные и в этом смысле безупречные. Поэтому я с ними спокойно совершенно разговариваю. Но только я вам хочу сказать, что вы знаете, если бы кто-нибудь из моих друзей вдруг что-нибудь плохое сказал об украинцах и, так сказать, о какой-то хоть малой справедливости этой войны, я бы, наверное, все равно с ним не разошелся. Потому что друг – это важнее, чем его убеждения. А как бы внутри вот, себя... Простите, я еще вам хочу сказать... А так, в общем, ужасное удивление у меня все это. Понимаете, я многого ожидал от российской вот этой вот шайки, банды, потому что он ведь на самом деле, как бы его ни называли, он в чистом виде пахан. И я уже давно на этом настаиваю. Вот прямо совершенно все приметы лагерного пахана. Не крупного, но пахана. Вот. И... Ну, в общем, там что говорить, вы знаете, а потом вдруг это выросло в фашизм. И у меня был такой стишок. Фашизм объял Россию не случайно. Зачат советской гнилью он, естественно. А в нас она, как это ни печально, живет еще и кажется наследственно. Поэтому вот эти вот атавизмы от советской власти – это страшная штука. А почему продезинфицировать вот эту гниль и изъять ее из внутреннего оборота, из внутреннего своего метаболизма не получилось? Ведь был же шанс. Был шанс в 90-е. Почему мы допустили это? Вадим Гжинович, мы допустили. Мы никакого отношения к власти, к тому, что происходило, не имеем. Ну вот разве только Юра, как была фамилия, сказал: «Россия, ты что, сдурела?» после какого-то голосования. Пропаганда, понимаете, пропаганда в России, она гениальная, просто гениальная. Этот талантливый подонок Соловьев и все остальные, а ведь половина россиян не пользуются интернетом и даже не в состоянии прочесть, они в телевизор уставились. А из телевизора такое льется, что речь идет не о том, что как-то переформируется сознание, наоборот, укрепится фашистское сознание, что и происходит. А как вам сказать, ребята, ну прекращайте уже вот смотреть-то в этот телевизор. Вы говорите, я книгачей, книг не читаю. Они сейчас-то точно не читают, но они, видимо, не читали и прежде. Но, видимо, стоит им поставить это в задачу. Ну, как-то сказать, давайте уже. Кому? Значит, кому? Ну... Кому это поставить в задачу? Кому? Дорогие, какие уже все... Вся информация, во всяком случае, вы знаете, ведь сбылась мечта Геббельса. Геббельс когда-то говорил, что дайте мне средства информации, большие, надежные, ну вот как сейчас, и я за 2 недели превращу любой народ в стадо свиней. Он
преувеличивал свои возможности, но пропаганда – это же жуткая штука. Вы знаете, простите, я повторюсь, но это очень важная штука. Убеждения, они сильнее, чем факты, а пропаганда кроит убеждения. Игорь Миронович, превратиться в стадо свиней, как вы говорите, очень просто. А вот из этого стада обратный поворот возможен в превращении в человека? Возможен. Для этого нужны десятилетия, а может быть и поколения. Однажды будет очень хорошо. Знаете, в Одессе есть замечательный поэт Михаил Векслер. Вот у него есть гениальное четверостишие, просто гениальное. «Товарищ, верь, придет пора достатка и правопорядка, но до нее на наших пятках напишут наши номера». Номера. И все мы с этими номерами. Вот вы этот образ пахана, тюрьмы в шаламовском смысле, да, употребили уже не раз. А в России в репрессивном смысле довольно сейчас жестко все. И вспоминая ваши прогулки вокруг барака, как людям, не становящимся сейчас... частью вот этого свиного стада, сохранить себя в условиях, когда барак стремительно разросся. Но если у них нет возможности уехать, если у них есть необходимость как-то кормить свою семью, там, ходить на эту работу в бюджетной организации, где им промывают мозги, где заставляют их детей выводить на эти массовки с буквами Z. Вот есть шанс здесь сохранить себя в чистоте или... Это вот нереальная какая-то ситуация. Вы знаете, вы мне предлагаете ответить речью обвинителя. Мол, все виноваты, все сотрудничают. Я таких взглядов не придерживаюсь, и ваш вопрос слишком глубок и мудрен для меня. Я не могу ответить, как вы поступаете. Во всяком случае, я всех не обвиняю. В этом смысле, если нет... алгоритма какого-то, да, а его в жизни, очевидно, никогда нет, да, есть уникальные истории человеческие. Могу попросить вас какую-то, светлую историю рассказать для того, чтобы вот расставить по полочкам хаотично разбросанные предметы сегодняшние, чтобы каким-то образом мозги в правильном направлении стали думать. Историю, являющую собой, что ли, пример человеческий. Не знаю, батенька. Я правда не знаю. И таких историй я не очень помню. Я когда жил в ссылке в Сибири, знаете, я наблюдал за своей женой повадки замечательно культурного человека. Они там были очень смешны. Как-то утром в нашу калитку постучал мужик с мешком свинины. Он где-то украл свинью, зарезал, но у себя в деревне ее, наверное, нельзя было продавать, и он вот принес. Я купил кусок мяса, и он ушел. Вечером опять стук в калитку, лай собаки, у нас замечательная была собака. Я открываю, он стоит пьяный абсолютно, просто... Причем по дороге он много раз падал, поэтому он с ног до головы в грязи такой, просто как в кожуле. Он говорит: мужик, я тебя с утра приметил, такой симпатичный, позволь переночевать, я до своей деревни не дойду. Я говорю: идем. Я повел его в летнюю кухню, которую я недавно построил. Там кровать, не кровать, раскладушка. Он на нее упал и мгновенно вырубился. Я его укрыл каким-то тулупом, ватником, в котором я носил уголь, и вернулся домой. Все это заняло 5 минут. И жена мне говорит: кто там был? Я говорю: да вот мужик, он утром приносил мясо, сейчас в дупе пьяный, и вот попросился ночевать, я его пустил. И вот здесь самое главное. И моя жена в ужасе говорит: боже мой, а у меня пододеяльники неглаженные. Вот, понимаете, есть вот такие люди, которых ничего не меняет. А какую-нибудь назидательную историю, к сожалению, я не могу рассказать. Я не... Есть в этой истории свое назидание, оно, мне кажется, по-человечески чрезвычайно важно. А вот когда вы говорили об украинцах и о том, что их все-таки ждет некоторый всплеск национализма, вы воспринимаете это как что-то естественное или
как то, чему нужно пытаться противостоять уже сейчас изнутри украинцам, самим украинцам? Господи, разберутся без нас? Разберутся без нас, батенька, без нас разберутся. Ну, будет, конечно, всплеск, но это естественная победа, и главное, устояли, не стерли с лица земли Украину, так что будет безумное количество националистов. Если сейчас вот в нашей аудитории огромное число жителей этой страны, если сейчас какие-то слова для них подобрать, вот какими будут слова Игоря Мироновича Губермана для украинцев? Братенька, я не наставник, я только могу выразить восхищение, невероятное восхищение стойкостью украинцев, невероятной стойкостью армии и пожелать им всякого счастья и всяческих побед. Вот все, что я могу сказать. А что будет с ними потом, это я уже просто не знаю. А своей русскоязычной аудитории, если вот к ней обратиться, что бы вы сейчас сказали? Батенька, вы из меня делаете учителя жизни. Спасибо, конечно, но я меньше дурак, чем вам кажусь. Поэтому я в учителе жизни не гожусь и никого воспитывать не хочу. Я тихо, мирно сижу, пишу стишки. Вот знаете, вот был правильный стишок, вы говорили о чиновниках, о русских, что делать. У меня был такой стишок: «Время наше будет знаменито тем, что сотворило пользы ради новый вариант гермафродита. Плотью мужики, а духом бляди». Вот это ужасно, это есть, но я и этим людям тоже никаких житейских советов давать не могу. А это время знаменитое или все же такая какая-то критическая масса людей неправильной жизненной ориентации, вами совершенно справедливо обозначенных, набралась? Почему это случилось? Почему эта война началась? Почему вдруг русский народ оказался в состоянии принять то, чего, казалось, принять не мог по определению? А как русский народ принимал сталинский террор? Все молчали совершенно спокойно. Даже не все разговаривали на кухнях о том, какой это ужас. Спокойно вот разговаривали, все принимали. К сожалению, население как таковое, особенно российское, на уголовной фене это называется терпилы. А уезжают потрясающе хорошие люди, понимаете? У меня был такой стишок, довольно безжалостный: «Уезжают таланты, творцы и умы. Едут люди отменно отборные и останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные». Вы же меня простите, что я читаю стишки невеселые, но такое у меня сейчас состояние ума и души. А, кстати, по поводу состояния и ума, и души. Вот вы все-таки взрослый мальчик, да? Как вы ощущаете себя в свои зрелые довольно годы, в свете всего вышесказанного в поэтическом смысле? Вот сейчас вы больше пишете, меньше? Это все из прошлых стихов? Или нет, это из совсем недавних стихов часть, а часть какая-то из прошлых. Я сейчас пишу очень мало, но, знаете, 86 лет, пора прекращать. Меньше, чем раньше я пишу сейчас. А могу попросить еще прочитать немножко стихотворений своих? Да вот я здесь готовился к разговору с вами, очень боялся, что вы будете задавать мне умные вопросы. А произошло немножко по-другому, произошло проще. Нет, вы знаете, ничего. Нет, ничего хорошего нету. И ничего хорошего. Сейчас я пишу только исключительно старческие стишки. Вот, знаете, в волшебной душе старикана, уже ни к чему не пригожего, и выпивки четверть стакана, и женская попка прохожая. Вот такого низкого старческого уровня стишки я в настоящее время пишу. Ну, это как минимум свидетельствует о том, что
трепет-трепет-то души по поводу прохожих остается. Визуальный ландшафт. Вот вы видите эти кадры, да, приходящие, разлетающиеся по интернету, видят их соотечественники ваши прошлые в России. Чем вы объясняете то, что... Ладно, помимо того, что это барак, помимо того, что вот наследие это сталинское, постсталинское, коммунистическое прошлое, зачем стиралки домой возвращать? Зачем заниматься тем, чем ты занимаешься уже по собственному велению души? Если, ну ладно, Бог тебя там, Путин послал, дали приказ, вот ты его выполняешь никуда, а тут включаются же человеческие механизмы. И вот у меня нет этому объяснения. Вы себе как-то пытались это объяснить? Это нищета, что ли? Знаете, это невозможно объяснить. Это лежит в человеческой природе, которая искорежена еще советским воспитанием. У меня свояченица, она вот сейчас... по скайпу или по зуму дает уроки Тары, она еврейский такой просветитель, религиозный, верующий, жена раввина. И вот она сейчас разговаривала с семьей из Бучи, из вот этой Бучи, которая будет теперь хрестоматией. Муж, жена и дочка. К ним в Бучи пришли двое людей, довольно вежливых, сказали, через два дня мы сюда придем, они в доме жили, сюда придем, если вы здесь еще будете, мы вас убьем. Не расстреляем там, не выгоним, убьем. Они так бежали, что они просто, они оставили все документы. Они просто выскочили на улицу в ужасе. Как раз случайно шли какие-то гуманитарные автобусы. Они доехали, сейчас они, по-моему, в Турции, усердно изучают иврит, потом вернутся, наверное, на Украину. Вот к этим кошмарам вы хотите, чтобы я что-то рациональное по этому поводу сказал? Невозможно. А если не рационализировать о том, что вселяет в вас надежду в происходящем, именно надежду, не какие-то там расклады, поставки оружия, Путин умрет или что-то еще. А... Он никогда не умрет, что вы говорите? Он еще будет царь или император, кем захочет, тем и будет. Его невозможно убить. Хорошо, по-человечески. Вот с чего начнется человеческое возрождение? В мире, где Путин не умрет, но где людям по-прежнему предстоит как-то жить. Игорь Миронович. Батенька, я не знаю, я вот вас предупредил в самом начале, что те вопросы, которые вы мне задаете, слишком высоко умственны для меня. Однажды будет жить Россия по-человечески, но боюсь, что очень не скоро. Ух, тяжелая перспектива. А если не умствовать, по крайней мере, вешаться-то не стоит, понимаете? Ну, однажды все вернется на круги своя. Украина будет расти, там вступит в НАТО и все прочее. В ней все равно будут свои подонки, своя коррупция, свои взяточники, свои националисты, как во всякой нормальной стране. В России это произойдет, по-моему, намного позже. Но ничего более утешительного я вам сказать не могу. Ну, все человечество живет. Знаете, у меня был такой грустный стих. «Все доступные семечки, лузгая, равнодушна, глуха и слепа, в парках жизни под легкую музыку одинокая бродит толпа». Будет опять дальше нормальное человеческое существование. Но когда прекратится вот этот кошмар, я просто не знаю и не берусь сказать. И как в этом кошмаре уцелеть, я, к сожалению, тоже не знаю. Игорь Миронович, я желаю вам здоровья и чтобы все было отлично. Украинцев, у россиян, которые не поддерживают эту войну, и у вас. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам, извините за компанию.
Друзья, это «Вдох-выдох». Я Стас Крючков. Прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что присоединились к этому эфиру. Подписывайтесь на наш канал. Уже через считанные минуты информационная программа «Воздух». Проведут ее сегодня Юрий Белят и Дмитрий Еловский. А вечер на Ходорковский лайв продолжится. И сегодня очередной стрим проведут его Тимур Олевский и Сергей Асланян. Оставайтесь с нами на Ходорковский лайв. До свидания.